Дичь! Долгожданная дичь. И сегодня у нас будет вообще нестандартная хрень, которую попросил подписчик. Мне говорит, скинул, слушай, чувак, ты же любишь всякую хрень. Ну, собственно, как и вы, да, наверное. Из Китая. И говорит, смотри, колонка. Колонка со встроенным... Что это, Android, не знает. Ну, короче, здесь есть экран, здесь есть колонки, здесь есть управление. Весит прям так прикольно. Стоит она, сейчас скажу. Точнее, нет, я вам скажу как. Почем я ее брал? Вот я ее брал за 3457 рублей. На перейдем, она почему сейчас стоит 4900, короче, 5000, да? Вся фигня тут, она вся такая красивая. Но что-то вот, знаете, глядя вот на вот эту всю фигню, я что-то думал, что она будет больше, реально. То есть я опирался на то, что вот этот экран примерно такой, как у магнитолы. Но, блин, вот она, это в упаковке, я уверен, что она еще будет меньше. 5000 за вот это, блин, что-то я даже уже... Ладно, не будем делать поспешных выводов. Давайте смотреть, что внутри. Смотрим. Такс. Ну, как я и говорил, что здесь еще упаковка, блин, будет. Сколько она там... Так, ну окей, коробка. Ну тут непонятно, что за бренд, серьезно. Вот, ну смотришь, там К6, ну, Bluetooth спикер, все, больше ничего. Синьхунпао написано, а нет, Сауай. Как это читается? Серьезно, Сауай. Че, ну как это читается? Значит, тут написано, 70 Гц низкий, 20 кГц высокий. Размер ее AUX UAB TF. Блютуса нет, да? Ну ладно. 10 Вт плюс 5 Вт умножить на 2. Ну да, как обычно. Это по-китайски. Ой, какая она маленькая вообще, блин. Ладно. Тут что у нас, значит, зарядка, да, наверное? Да, USB на микро USB, никакого блока у нас зарядного нет. И здесь у нас, ну да, кабель AUX. Ну все, вот очень и очень мало всего. Ну и, собственно, вот тот, чё, чувак, ты мне просил заказать. Это вообще херня маленькая. Блин, я думал, там колонка будет, смотри. Здесь вон писюн вообще маленький, сверху. Ой, китайцы. Знаешь, и смотри, маленький фазоинвертор такой. Пел. Он так нужен? Ай, блин. Я вот такую видел у племянницы, только это, знаешь, было, вот сверху плита, блядь, снизу это самое, вернее, тут плита, ну, детская плитка, знаете, вот это, ну, че-то фиг знает, ладно, че-то у нас органы, значит, это назад, наверное, да, это кнопка Windows, нифига себе, что тут шарится, значит, наверное, по меню, здесь у нас какой-то, наверное, Twitter, либо еще что-то, кнопка Mode, Play, пауза. По бокам у нас два динамика, типа фазоинвертер, здесь для зарядки, значит, микро USB, может TF-ки, USB-шки читать, написано Suisunau, и вот, значит, у нас AUX, ладно, и reset есть, ладно, где у нас, ключамба, где включается он? Хоть бы инструкцию, бля, положили, серьезно. Педали нет? Нету? Только женщина китайская. Ну ладно, попробуем вот это, может, включается. Болты. Ладно, давай play сожмем. Тоже болты. Ну, давай вот это включим. Тоже болты. Может, кнопка нет? Да, поднажимал уже. Ну. Ури, блин, где кнопка? О! Точно, М. Ну, окей. Ну, ясен фиг, тут никакой не Android будет. Ладно, давайте попробуем. Не. Сейчас давайте снимем вот этот экран защитный. Сейчас херак, как с Galaxy Fold, да? Во! Вот так эта штука выглядит. То есть здесь у нас есть подключение по Bluetooth, музыка, если сюда флешку. Или... А-а-а! Это не сенсор! То есть вы будете передвигаться вот так вот. И можно радио даже... Ну-ка, давай радио, окей. Стоп! Ладно, радио есть, чтобы мне сейчас по авторским не забахали. Радио без всяких гарнитур ловит. Ладно, а, привычка, блин. Можно выставить будильник, то значит дату, время и все дела, темы менять, файловый менеджер, настройки, ну-ка режим, а, ну-ка language, ну-ка, Ты троллишь меня, что ли, ё? Чё за... А, то есть китайский, вот. Вот написано вот это фух, это китайский, а вот English. Ладно, Default Factory, о, можно, нет, нельзя.
поярче сделать экран, было поярче. Вот, 15 самая яркая, ладно, вот. Ну, все равно, как бы, видите, да, как это все выглядит. Лады! Коли сюда можно втыкать microSD-карточку, значит, мы ее сюда и запихаем. Так. Определю, тихо, подожди, помолчи. Помолчи. Так, значит, у нас можно вот так вот передвигаться, но если мы следующий трек открываем, он начинает его играть, да. Это нам не надо. Я сказал, не надо. Вот. Пауза. Договорились? Окей, договорились. Значит, прибавлять... Как только мы прибавляем громкость, естественно, она начинает сразу же орать. Ну, кстати, она достаточно громко орет. Я думал, что-то будет поменьше. Ну, ладно, давайте попробуем, допустим, максимально выстоять и послушать, как она звучит. Нормально. В принципе, для такой малыхи это прям ничего она звучит. Но, естественно, никакого сравнения не будет с той же самой JBL. Естественно же, да, то есть, ну, тут вы слышите очень много верхов, и басы, блин, все это перекрывает. Качество звучания не особо клевое, но, блин, я не ожидал, что оно так будет достаточно громко звучать. Отсюда прям из пазин ветра летит воздух, будь здоров, то есть прям хорошечно. Но по качеству звука такое себе, то есть, ну, среднячочек такой, среднячок. Ну, давай, что-нибудь вот, ну-ка. Вот если выкручиваешь, то она будет засирать прямо. А как вот перемотать, а? Никак, да, перемотать нельзя. Ну давай. Не думал, что она будет настолько громкая. Даже кое-где что-то там пробивается басы. Но, ну-ка, давай перемотать вперед, можно? Ну-ка. Ну-ка, подальше. Громче сделаю. Ладно. Поначалу, конечно, предвзяток не отнесся. Ладно, ничего, прикольно она играет, но опять-таки неизвестно, сколько там аккумулятор, блин, не написано, все по-китайски, ни хрен понятно, блин. Ни инструкции, ничего нет. Ладно, забавная штука, то есть это, наверное, больше побаловаться, либо в какую-то коллекцию своих Bluetooth-колонок, да, взять такую штуку. Ну, забавно то, что вот сейчас вот я STF-карты воспроизвожу, да, нормально, окей. Есть там воспроизведение с USB, лады. Все шикарно. У нее он есть, типа, как, правда, темные, значит, часы показывают, там, градусы даже, температура. Откуда он берет, интересно. Да, догонит он, нифига сейчас не столько температура. Ну да ладно, она придумывает сам у него. У тебя градусник поломан! Вот, то есть, такой, от балды берет. Ну и, собственно, звукан такой, средненький. Опять же, я ж говорю...
Да ёпта, блин, пауза. Опять-таки я ее брал за 3,5, да, сейчас она 5, да, нет, 5 вообще она не стоит. Побаловаться за 3,5, за 3 можно, то есть довольно забавная штука. Но тут опять повторяюсь, непонятно сколько тут акумы и тому подобное, то есть и экран опять же он не сенсорный вообще, то есть здесь передвигаться. Ну, полет, полет, полет. Вот я хочу отметить такую штуку. Тихо. Я хочу отметить такую штуку, даже вот это непонятный нонейм играет чище, блин, чем вот это была, как это, дабл биф от этого, от Газгольдера. Без хрипов и шумов. То есть вот это, ну как-то, блин, нормально даже играет. Ну вот как-то вот так вот. Опять-таки по Bluetooth, да, у нее соединение есть. Ну давайте попробуем. Ну она так и называет. Что я сказал? Она так и называется. Sawai K6. Лады. Ну давай воспроизведем через Bluetooth. Но, да идите вы нахер со своими сообщениями. Она играет громче, но не качественнее ни разу. То есть появляются уже призвуки, потому что она высирает максимально, что может, да. То есть если мы что-нибудь типа того воткнем. Вот я не понимаю даже, что за музыка играет. Вот так вот. То есть никакой детальности вообще нет. Все в кучу сваливается. Если же я включу что-нибудь вот типа вот этого, тут будет жопа. Ёпта, такое ощущение, что... Просто кинули что-то, блядь, под комбайн, и вот это вот происходит, вот это вот. Говорит, давай лопату кинем с граблями под комбайн. Ты что, сломаешь? Да не, смотри, что будет. Я, наверное, должен был сейчас извиниться за то, что я вам вот так вот это все включил. Нормальная музыка, но не звучит она здесь. То есть, стоящая вещь вообще, я считаю, что нет. Баловаться? Можно побаловаться. Опять же напоминает, я же говорю, вот у моих племянниц вот такая была кухонка детская. Тут у нас печка была, тут у нас конфорки, все дела. Вот что тут это напоминает? Мангальница детская, да? Кухонка не за 5 косарей. Да, только не за 5 косарей. Да, настоящий мангал можно купить за эти деньги. Ну, как-то вот такой вот он. Как он там? Сиуагагай К6 называется, да? Вот. Как по мне, просто дичь. Чувак просил, да, вот я заказал, но это я думал, что это будет много больше и как-то поинтересней. Ну, вот так вот теперь ждите отзыв мой на Алиэкспрессе. Среди наверняка хвалебных, бляха-муха. Бля, все 5 звезд ставят. Мне очень понравилось, хорошо, отличное качество, выглядит хорошо, но я еще не использовал, но вбахаю сюда 5 звезд. Канадец, настоящий канадец. Приеду до предполагаемой даты. Ну, наверное, пришло, да? Меню на русском языке нет, пульта дистанционного управления тоже нет. Но 4 звезды поставил. Ну, короче, 5 звезд очень. Очень хорошая колонка. Звук тоже очень хороший. Детализир. Ты чувак? Тоже жаль, нет защиты на боковых динамиках. Видео MP4 читает. Ну, видео здесь смотреть такое себе, даже смотреть не буду. Дисплей тут 4.3, поэтому все видосы театрально получаются немного сжатыми. Как на это можно вообще что-то смотреть? Ну, серьезно, блин. 5 кусков или 3,5 отдавать, да смартфон проще купить. И не тоскую...
Короче, как мне кажется, вот эта штука полнейшая фигня. Позабавиться, повеселиться, да. Очередной контент, значит, на распаковочке, окей, для меня это пойдет. Но я это не советую покупать, ни в коем случае. Купите лучше что-нибудь более достойное по звуку. И уж сейчас есть у каждого смартфон, маломальски, подсоедините к нормальной колонке и смотрите. И не нажимайте на эти клавиши, еле как воспроизводить все это дело. Ну, как-то так. Что думаешь ты, пиши в комментариях под этим видео. Ну, а мне это не особо понравилось. Пока. Слушай, вот это Вася? Ой, это же я. Привет. Слушай, это же телевизор для кота. Какой телевизор для кота? Серьезно, это смотри. Не старые десятки, да, видишь, гиганты, тупаны. Я видел? Это же для меня. Кот, на кой хрен он тебе нужен? Обычный телек смотреть нельзя? Нельзя. Я тут себе старый поставил, а все же сидит здесь, да, поставил, нельзя. Тыч. Это достаточно для старости, я держу, да? И до сердца хороший, не надо. Что, надо? Вообще надо, конечно, ты что, даже если не понравится, знаешь, что я сделаю? Что? Я свои питания заберу, а? Ты что, как с молотка идет. Как с молотка? Да, давай, забирай, точно. Если тебе не надо, если тебе не нравится, я вообще надо, давай. Слушай, а там YouTube есть? Нет, там YouTube, там не Android, там все, что можно, только файлы закидывай. Не надо, я без этого справлюсь, ага. Все, спасибо, пока.